Москва – это 10 миллионов жителей. В городе каждые 5 минут один человек рождается, и каждые 4 минуты один человек умирает. Каждые 2,5 минуты пары женятся, а каждые 3 минуты разводятся. Москвичи работают, мечтают, отдыхают. В нашей программе их всегда двое. Они не знакомы или уже общались. Один день их жизни и одна встреча здесь и сейчас. Булат Гафаров – композитор, музыкант и мультиинструменталист. Он профессионально играет более чем на 250 музыкальных инструментах разных стран мира и разных времен. Все эти инструменты Булат собирает сам по всему свету. Калимба с острова Бали. Вот это уду, африканский глиняный горшок. Австралийцы часто шутят, говорят, что компенсирует звук слонов, которых там нет. Вот, ну скрипка, я на ней этническим образом играю, ИГИЛ, палка два струна, я хозяин вся страна. А вот это орешки, называется ахако. У каждого инструмента есть свое состояние, своя душа. И когда берешь инструмент, в этот момент ты как будто бы соединяешься с ними, переносишься в ту страну. У Булата Гафарова есть и диплом референта по правовым вопросам, и корочка об окончании гнесинки по классу струнного альта. Кроме того, в активе Булата композиторское отделение Московской консерватории и диплом МГУ по специальности культурология. Ну и, конечно, его фантастическая личная коллекция музыкальных инструментов. Знаете, еще в 6 лет меня отдали в музыкальную школу. Сначала по классу фортепиано, но в итоге меня забрала к себе преподавательница по скрипке. Но я нисколько об этом не пожалел. На самом деле инструмент очень хороший, и благодаря этому инструменту, наверное, я во многом научился играть на многих других. Дальше все развивалось, я научился играть на трубе, на том же фортепиано.